Знаешь, может, начнем? Давай. Ребят, всем привет. В гостях у нас главная киз леди кизомба мира Ольга Кричко, Марин Раша. Привет, привет. Как дела, Оль? Как тебе Казахстан? Как вообще в целом атмосфера? О, ребята, я обожаю Казахстан. Для меня это сейчас реально как такое место притяжения для тех, кто любит танцевать кизому, для тех, кто любит танцевать социальные направления, потому что в связи там с обстоятельствами Россия перестала быть таковой, и сейчас как будто Казахстан — это как раз то место, куда можно приезжать и здорово потанцевать. Это мой третий раз в Казахстане, и обожаю. У меня было за весь фестиваль 2 танца, ну, обычных, как бы. Обычно хорош. Из 145 вроде, да, ты говорила? Да, 146. Мы еще в лифте там потанцевали. Блин, да. Перейдем к тебе. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ай, блин, это вопрос Сереги. Прости, пожалуйста. Все. Все вопросы про личную жизнь, финансы. Да, финансы. Он сейчас будет все деньги. Сколько ты зарабатываешь? Да, да, да. Работал сейчас. Сколько потратил? Расскажи о себе, с чего ты начинал вообще. Расскажи про Олю Кричко, которая была ребенком. Как она пришла в танцы? Первое мое знакомство с танцами было во втором классе. Я пошла в школе, была студия по русским народным танцам. И вот со второго класса я задержалась там на 6 лет. Я танцевала в русском народном ансамбле. Вот эта вот вся история, когда тебя натягивают вот так пучок, у тебя просто вот такие глаза, и ты танцуешь, главное, улыбка еще такая, что всем было видно все, что ты ел вчера. Но это очень крутой опыт. Во-первых, это работа в коллективе с большой группой девочек. Это когда ты ребенок, это не очень просто, потому что есть какие-то амбиции, чтобы заметили. Любое высказывание можно воспринять на то, что это там как-то обидно становится. Но это был очень крутой опыт. И танцевальная подготовка у станка, растяжки, позиции балетные, это тоже все было. Но потом мне захотелось чего-то уже более современного. Я пошла на сольные направления. И, наверное, там каждый год меняла что-то. По чуть-чуть это просто было как хобби. И потом я увидела видео «Атаки Алиманы», бачата, где она в шортиках танцует. И я сижу, мне 16 лет, и я такая: хочу так танцевать. И вбиваю, у меня еще был такой огромный компьютер, знаете, вот это, которому ящик сзади приделали. На MacBook, на максимум. И я гуглю, или мейл тогда еще был, я не знаю. Я гуглю, такая: так, бачата в Ростове. И захожу, первая ссылка, новый набор в Республика Дэнс Клаб. Я такая, и причем там, условно, сегодня первая, а новый набор 10-го. Я такая: мое. Судьба. Судьба. Я прихожу, начинается бачата, все вроде классно, все замечательно. И через месяц, наверное, я прихожу на первую вечеринку. Потому что в нашей студии были тогда регулярные вечеринки каждую неделю. И я прихожу на вечеринку, захожу, а там огромный зал сальсы. Представляете, огромный зал сальсы. Я такой: маленький бачаты, но я захожу и вижу сразу сальсу. Я такая: а почему вы от меня нормальные танцы скрывали? Типа, вот они, нормальные танцы. И я такая: все, мне нужно на сальсу однозначно. Бачату я забросила там через 1 или 2 месяца, у меня была душевная травма. Тогда начинался популярно был сеншуал, 2012 год. И кто-то вот так мной по полу провел моими волосами, головой, вот в таком роли. И я такая думаю: так, я больше никогда не буду танцевать эти танцы, потому что единственное, что я ненавижу, это вот насилие подобное, что, да, это меня никто не спрашивал, но протерли моими волосами пол. Я пошла на сальсу, и сальса была очень-очень долго. И также в 2012 году мой преподаватель Рома Рик у нас тогда жил в Ростове, учился, и начал он такой: давайте кизомбу откроем. Открыли кизомбу, ну и я как: окей, думаю, новое направление, пойду. Пошла на новое направление, позанималась месяц, я такая: я все поняла, для вечеринок мне хватит. И продолжала танцевать сальсу. Фестивали сальсовые, живые концерты, развитие стиля, афрокубинские танцы, это все, короче, очень-очень долго развивало. И в определенный момент наш руководитель студии сказал, говорит: а хочешь преподавать?
Я говорю, хочу, а что? А у меня уже был кризис, я хотела развиваться куда-то дальше. Это сколько лет? 2015 год. Ну, сюжет сохраняет наш. Это проверочка, да? Это сколько тебе было лет? А, я был взрослым, часть работы, учебы. Да, было. У меня всегда танцы, ну, в тот период были как дополнительное хобби, отвлечение или что-то подобное. Но не избежал этих кризисов. Я имела, там, у меня были кризисы, каждые 3 месяца я хотела бросить стабильно танцы, все, заниматься чем-то другим. А вот чего? Развитие. Знаете, как либо находишь что-то иное, что тебя зажжет так же, но там в моем случае ничего, как танцы, меня так не заряжали. И он сказал, когда я спросила, что преподавать, он говорит, кизомбу. И моя первая реакция такая, кизомбу, типа, что? Я такая, ну ладно, хочу ж преподавать, а там посмотрим. И я начала, ну, понятно, развиваться еще больше в кизомбе, потому что у меня там был месяц занятий, мне этого не хватало. Я сразу поехала на фестивали и так далее. Ну, на фестивале первое, что я увидела, это афро. Я такая, почему вы от меня второй раз нормальные танцы скрывали? Вот. Ну и так примерно началось развитие моего кизомбы, более глубокое погружение, потому что там, следовать я всегда умела хорошо. А вот так, чтобы уметь научить этому, это заняло определенный вот путь. И совмещать это с афро, это всегда, вот как ты спросил, да, от чего кризисы? От того, что на определенном уровне достигаешь определенного потолка и как будто не видишь выхода, что дальше, а что может быть дальше. И первая реакция, окей, я все, я не хочу этим больше заниматься, потому что мне скучно, мне неинтересно, я ничего не получаю от этого. Ну, разные, да, могут быть причины. И первая реакция уйти, но я сейчас, по крайней мере, уже понимаю, как с этим работать. Первая реакция уйти, я ее замещаю на то, что окей, мне нужен перерыв. И уже из этого перерыва я делаю выводы и что дальше делать. Чаще всего это просто какое-то раздвижение границ, да, идти что-то дальше, идти на новое направление, совмещать, может быть, найти способ, как объяснить то же самое, но другими словами. Это уже интересно становится. Прикольно. И когда ты пришла в афро? Ну вот, в 2015-м, да. 2017 лет. То есть ты совмещала афро, зомби и сальсу? Да. Что тебе нравилось больше? Когда я начала преподавать кизомбу, сальса отошла сразу на 10-й план, потому что у меня не было времени. И сейчас, когда я обожаю, я очень люблю сальсу, но сейчас, когда я танцую сальсу, я чувствую, что я не уверена. Вот как мои некоторые ученики чувствуют себя неуверенно и с этими запросами приходят и говорят, вот я хочу почувствовать уверенность в кизомбе, да, так я себя чувствую неуверенно в сальсе, хоть я вроде двигаюсь, но это не настолько свободно и кайфовая в потоке, как в кизоне. Привет, Сергей. Привет, Сергей. Что, почему сальса очень так? Надо работать. Ну, это мое внутреннее ощущение. То есть, как бы, тот же Сергей говорит, что все очень даже хорошо. Всегда есть, как он говорит, ну, в плане направления. Да. Ну, наверное, афро дает мне больше челленджа. Поэтому без африканских стилей кизомбу тяжело представить. Она не такая вкусная, не такая сочная. И кизомба открытый танец. То есть у него входят и сейчас, да, там и танго, и хип-хоп, и дэнс-холл, и куча всяких направлений. А почему афро не может? Афро – это, знаешь, первый, да, который может войти в него легко. Мать! Да-да-да. Получается, у тебя уже, если ты подаешь 2015 года, 8 лет преподавания, да? А чем ты занималась в основном? Ты говорил, работа, учеба, ну, до танцев? Чтобы... На самом деле я начала работать только в танцах в 2021 году. То есть всего... А преподавала бесплатно, тебя обманывали? Денис, не слушай, да? Денис, ты руководитель республики, я работала в республике. Я, на самом деле, я вот прям человек одной школы. Я пришла учиться в одну школу, потом там осталась преподавать, и больше школы не меняла, все. И дальше после республики я уже просто переехала в Москву, и у меня теперь своя как бы школа. Наверное, случилось, потому что ты поняла, что в какой-то момент
финансы, когда ты зарабатываешь в танцах, а много тратишь на расходы? Это очень сложно сделать. Когда ты совмещаешь с одной попой на два стула, сидеть очень тяжело. У меня был график примерно такой. Я в 9 утра ходила в офис, в 6 офис заканчивала, в 7 у меня уже начинались группы до 10 вечера. Я час ехала домой, и вот как бы день сурка. И я помню те моменты, когда я просто после республики выходила в 10 часов вечера, еду пока домой, я просто еду, плачу, потому что я понимаю, что у меня нет ни сил, ни времени, ни на что больше. А ее можно впихнуть только в ущерб своего как бы сна, а это не очень хорошо. И, но танцы не приносили столько денег, сколько я бы хотела. Твои вопросы, да? Интересный вопрос. Сколько хотела денег зарабатывать? Ну, я получала действительно очень мало, потому что у меня было не очень много групп относительно того, что могло бы быть. И получается, оно одно за другим следует, вот как цепочки. Я знаю лично пример, у кого индивы персональные стоят по 50 тысяч рублей. Это сколько? 250 тысяч. Вот. Это как бы просто за час пообщаться с человеком. Рафа, нельзя так много брать. Это too much, дорогой, да? Деньги здесь нужны, этот касса такой звук. Вот, ты даешь очень много мастер-классов, ты давала с именитыми звездами. Вот тебе больше нравится давать в паре с кем-то или самой соло? Вот. Очень хороший вопрос. Где ты больше кайфуешь? Хороший вопрос. Ну, наверное, на определенном этапе я больше любила преподавать в паре, потому что не хватало своего собственного опыта. И на данный момент, наверное, сольно мне нравится, потому что я могу точно рассказать свою философию, свое видение танца. Но с теми партнерами, с кем я работаю, это я не работаю так, что я, например, раз там меня просят ассистировать, я потанцевала, например, и понимаю, что ну, какой-то дисконнект в понимании. И либо мы пообщались, и я понимаю, что он объясняет те вещи, которые я считаю каким-то образом не так, как я. Да. И я отказываю, чтобы не работать, как бы извиняюсь и говорю, что нет, у меня не получается. Но если мы с человеком сходимся в нашем мировоззрением, то это очень крутая усиленная коллаборация, когда с тем же Албиром я могу добавить в его преподавание еще свое видение, и он за это благодарит, за то, что круто, что ты подсветила еще какую-то часть. И это вот для меня ценно как коллаборация. С Энной, наверное, было немножко тяжело в плане... Да, жесткий, да? А? Демо было прикольно, сам. Да, я в этом демо вообще по-другому сама себя увидела. Это вот такой момент. Он еще так поделился, говорил, что на своем классе, говорил, вы знаете, девочки говорили, что мы немного не понимаем вас. Он говорил, вот я вчера танцевал демо с одной девушкой. Ну не вчера, он сказал на прошлом фестивале в Москве. Вот, мы танцевали с ним первый раз, но вышло все классно. Оля, это вообще голова, да? Такой, что? Было классно, такая, я его вообще не понимал, чего он хотел. Ты же пускаешь Питер на английском, да? Может быть, она это увидит. Привет, она... Его зовут Сергей. Он третий из подкаста. Это... Я вижу, домашнюю работу уже сделал, да? Сашу, Ула и третий из подкаста. На самом деле, все было супер понятно. Он действительно великий профессионал, и по своему поведению, по своему ведению все тяжело именно с точки зрения того, что я в какие-то вещи погружаюсь глубже, а он их, например, обходил там, ну, типа, ну что, непонятно, ну вот дальше. И как бы делал. Вот здесь я бы просто, наверное, сказала, что это из того, что я помню. Что здесь бы я что-то добавила, но вот как бы под другим углом. А максимальный матч со всеми, с кем я работала, это действительно вот прям супер профессионалы, и я со всеми круто. Ну, максимальный матч это, наверное, Рафаэль, потому что это мой партнер,
И когда мы даже первый раз с ним встали, мы его привозили на наш фестиваль в Ростов, и я ему стояла, ассистировала, это не было преподаванием, а просто я ассистировала. И я когда слышала, что он говорит, я такая, ну вот у меня не было ни одного слова, чтобы я сказала нет. Я думала абсолютно точно так же. Mm-hmm. Это первый момент. И когда мы стали танцевать уже вместе и работать вместе, это всегда была вот прям одна волна. Ни одной вещи не было, которой мы бы не совпадали в пониманиях. Хотя мы учились у разных людей, у нас абсолютно разные города были, абсолютно разный опыт, как мы пришли. И мы со своим багажом знаний, оба как два самостоятельных артиста, сошлись именно на том, что вот одинаково мыслим. А как? Это тот пример, когда... Не каждый иностранный артист крутой преподаватель. А Карло это был для меня пример, что наконец-то кто-то может объяснить круто, хорошо. И я у него очень даже много сама взяла на тот момент, потому что иногда не понимаешь, а как объяснить конкретно эту вещь. И вот он добавил какие-то мне семечки в голову о том, что вот это я так объясняю, вот это так. И это было прям для меня огромным таким бонусом. В итоге ты соло любишь больше, чем капл? Это соло для меня челлендж просто больший. Вот. А я... свобода, скорее всего, ты можешь впихнуть свое видение людям и так далее. А где ты научилась афро? Ну, первый мой учитель, вот это как раз на Кизомба-нашествии, первый фестиваль, и мы, Юлия Киселева, она сейчас в Париже живет. Юлечка. Привет. Бонжур. Это моя афромама, она первая, ну, меня пытались научить африканцы, которые жили в Ростове, и это было не то. Танцуй на меня, ой, смотри на меня, танцуй как я, примерно такой способ. А на белую тушку не всегда так работает. Минуски расизма, да? Да, не могут объяснить. А Юля смогла разложить, и я вот ну сама сейчас также объясняю, то есть максимально от анатомии, все части тела затрагивая, все способы объяснения конкретного движения использую, чтобы на любое тело это зашло. Вот. А потом тоже большой челлендж для меня был афрофестиваль. 4 дня афро-сольных танцев, потому что в социальных танцах мы привыкли импровизировать, особенно партнерша, как бы никаких мыслей в голове, просто тусишь, тебя вводят по танцполу, а здесь афрофестиваль и 4 дня по 5 часов классы, и каждый класс хореография. Я думала, я сдохну, действительно. Ну, понятно, что невозможно было. Первые два класса, может быть, еще сколько-то хореографий я взяла. Оставшиеся, это было просто, я там что-то на заднем фоне прыгала, у меня есть видео, и это ужасно. Но это как раз тот момент, когда после небольшой перерыв я взяла, и после я начала танцевать афро, и я поняла, что вау, это прям круто, круто изменилось танцевание. А, Оля, почему вы хотели свой студенческий проект? Потому что у нас сложности с тем, что я не понимаю, где я живу. Вот. Так, ты постоянно разъехала, да? Да. С точки зрения того, что у Рафы есть определенные обязательства и, там, перед семьей, и работа, и школа у него, и я, которая, в принципе, этих обязательств не очень имею, и я имею возможность, например, взять и уехать. Я, когда я уезжала в январе, я не знала, насколько я уеду. И, соответственно, чтобы не держать в подвешенном состоянии Рафаэля с его работой и не говорить о том, что... давай ты будешь там ездить без меня, а потом я приеду, и мы будем опять ездить вместе. Мы решили, что ну, как бы мы сможем, мы в хороших отношениях, и мы коллаборируемся, и если где-то кто-то нас захочет видеть еще вместе, да, мы обязательно приедем, но как два самостоятельных артиста, которые хотят вместе попреподавать на классе. Ну, в принципе, как Сандра и Валер, да, они работают вместе, но и как самостоятельные артисты тоже работают. Сейчас Финяк постоянно в ПМЖ. Можно сказать, что ты живешь на планете Земля? Да. Сколько заработал? Еще рано, подождешь. На самом деле, это особенность индустрии танцевальной. Это то, что я больше всего люблю.
как раз-таки возможность открывать свои горизонты, путешествовать, общаться с разными людьми и видеть мир шире. И сейчас, когда как раз-таки как бы пытаются нашу коробочку в стране закрыть, и чтобы мы не видели шире, мне это катастрофически не подходит. Мне хочется жить так, как я привыкла жить, и видеть другой уровень жизни. Да, типа того. И с точки зрения того, что социальные танцы позволяют, куда бы ты ни приехал, попасть в атмосферу комфорта и зоны, где ты можешь чуть-чуть заземлиться. Потому что иногда, приезжая в другую страну, может быть, есть у людей даже, точнее, что еще не прилетел, а уже есть страхи, а с кем я там буду общаться, а что я там буду делать. Но если ты до этого, например, танцевал сальсу, бачату, кизомбу, какие-то зук, West Coast, ты можешь прилететь в любую страну мира, в любой город этой страны и найти там студию социальных танцев, прийти туда и разговаривать с ними на одном языке, даже если ты не знаешь иностранного. Вы просто, это язык танца, и он очень сильно помогает в социализации, и за это я реально очень люблю и благодарна социальным танцам, что вот social dance, да, социальные танцы, какое-то такое, не очень слово, ну, social dance, он такой очень объединяющий, позволяющий чувствовать себя реально комфортно в любой точке мира, в любом городе. Да, да. А еще скажи по поводу денег. Сколько надо зарабатывать, чтобы жить полгода в Азии? Нужно работать до этого много. Расскажи вот про вот эту поездку, потому что многие думали, что вы просто переехали туда навсегда, либо там вы ждете ребенка и так далее. Да, 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 но я нет. Я нет. Это мы смонтировали, да, это монтаж. Как вообще в целом поездка и как все там было? Расскажи, прорекламируй нам. Это была вообще первая поездка в Юго-Восточную Азию. До этого ни я, ни Сергей там не были. И мы туда приехали, по ощущению было, что я там как бы первый раз, может быть, в прошлых жизнях я там просто путешествовала, а вот у Сергея было, как будто он там жил. Он, ему сразу понятно левостороннее движение, сразу понятно, там, как люди перемещаются, как они общаются, даже на английском. Есть прикол, они, у них спешл тайский английский такой, типа не ice cream, а ice cream. И мне вообще непонятно. Вот они что-то говорят, а я на них смотрю, слушаю, 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 и я такая, ничего не поняла. Да. Просто. By Apple, ну? Солнцезащиты крем. Как мне Валер говорит, Асл, I'm happy. I'm happy. Happy? Ты яблоко, да? Что? А, sorry, happy. Такой, ясно, понятно. Ну, а для него это было всегда понятно, они вот это, вот это, вот это говорят, хотя он не разговаривает по-английски. И это круто было для перезагрузки. Очень такой другой вид на жизнь, другое мировоззрение у людей. Во-первых, религия, да, у них буддизм, и они знают, что такое карма, они сами заинтересованы в том... Он тоже буддист просто. Да, да, по нему видно. Это же глаза узкие. Они знают, что такое карма, и знают, что только их собственная активная позиция позволяет им как бы продвигаться по жизни. Потому что что в вашей стране, что в нашей стране, это больше как бы окей, мы можем быть расслаблены, ну сейчас зима придет, мы там как бы поднапряжемся, а лето мы тут как бы отдыхаем. Там вечное лето, вечный рассвет в 6.30 утра, в 6.30 вечера закат, день сурка вот такой, и немножко тяжело в определенный момент стало, потому что каждый день такой одинаково, 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 и мы параллельно еще развивали школу в Москве. И работать на расстоянии, конечно, это мечта, да, лежать на океане, работать в ноутбуке, но это ожидание, да, реальность, ты просто сидишь вечно в кондиционере и что-то пытаешься за шестерых сделать, да, если не умеешь делегировать. Вот примерно так было. И у нас была определенная подушка денежная, которую мы заработали там за активную. Золотой парашют. Да. И мы... Тенге в евро, да. И мы уехали и прожили там, но уже под конец мы захотели даже давать классы, потому что... Деньги закончились. Это первый момент. А второй момент уже стало вот из этой рутины, хотелось выйти,
и начать что-то делать и дальше развиваться. Самое главное – это любить, уважать себя и любить, уважать своего партнера, с которым вы соглашаетесь идти танцевать. Это если что касается парных танцев. Это моя философия, что я в первую очередь ориентируюсь на себя. И если я не хочу, например, идти танцевать сейчас, по огромному количеству причин, абсолютно никак не связанных с конкретной личностью, которую меня приглашают. То если я уже пошла танцевать, то я буду танцевать с уважением и любовью к этому человеку, потому что я хочу разделить вот этот момент на двоих. Классно, здорово, чтобы у нас все получилось. Это момент по парным танцам, который, я думаю, чуть-чуть может вам направить на путь истины. Да, потому что очень часто мы соглашаемся идти танцевать с кем угодно, чтобы, да, не хочу, болит что-то, ладно, а вдруг я не буду танцевать больше, а вдруг меня больше не пригласят. Кому надо, пригласит, любите в первую очередь себя. И второй момент, что если уж, ну, как бы, никто не приглашает, у вас всегда есть еще музыка и ваш собственный кайф, который часто приоритетнее, чем кайф в паре. Да, как в самолете, маску сначала на себя, потом на ребенка. Сначала себя покайфуйте, а потом уже делитесь этим с пространством. Потому что часто бывает так, что мы хотим перекинуть ответственность на партнера за свое же удовольствие. А это не очень будет. Есть музыка, да почему? Ну, кайфуйте, танцуйте. Не умеете, все равно. Есть вот это ощущение просто какого-то вайба, флоу, музыки. Я просто стою, качаю, и уже от этого может быть классно. А если вы еще с подругой пришли, например, стойте вдвоем, качайте, и это еще у вас такое, больше синергия будет. Это, ну, то есть мой путь, который я сама проходила. И на вот эту вкусную энергию, когда вы сами кайфуете, вам будут подтягиваться партнеры. Ну скажите, если вы видите девочка вкусненькая, вы не подойдете с ней потанцевать? Если она будет вкусненькая, то ну, блин, помнишь, мы играли, да? Домус, ну, потому что наши сны. Да. Ну, Домус, у него сразу не разрешится, да. Так, а я предпочитаю прочитать игры. Все хорошо, чисто. Вот как сделать. Ну, вот, наверное, вот такие советы, что кайфуйте и получайте удовольствие вне зависимости от того, что происходит вокруг. Как ты знаешь, мы вращаемся на родном языке нашего гостя. Кто там? Я вообще-то так, да? Чуть-чуть. Давай, как будет на татарском? Без понятия. Тогда пока. А? Пока. Я просто так сказала. Там у меня где-то корни когда-то были, но сейчас... Ты тоже на казахском? На казахском, да. Теперь тем более ты знаешь на казахском, что... Как закроется ноутбук? Так. Все в твоих руках. Как тут, ребят? Как, блин, можно помедленнее? Джигиты. Рахмет Джигит.